Здравствуйте, я Наталья, парикмахер-стилист, визажист. Сегодня хотела бы вам приготовить и показать масочку для лица с теми компонентами, которые вы всегда найдете под рукой. Эта маска делается очень просто. Вам нужно взять один желток, добавить чайную ложку меда. Мед должен быть свежим. На лица мы будем использовать овсяные хлопья. Они очень полезны, в них питательные вещества, которые смягчают и увлажняют нашу кожу лица. И самый лучший, самый идеальный компонент – это, конечно же, оливковое масло. Кроме того, оливковое масло Клеопатра называла эликсиром молодости и красоты. Затем все смешиваем, все компоненты между собой, до однородной, мягкой такой массы. А сейчас мы нанесем нашу маску на кожу лица и подержим ее минут 15-20. Такую маску делайте раз в неделю, выдерживайте 15-20 минут, и ваша кожа будет нежной, чувствительной и очень свежей. Будьте красивыми и счастливыми, ухаживайте за собой и за своей кожей.